Всем привет и привет, и с вами Андроид Андроидыч, и опять топ-3 крутых игр. И первая игра у нас называется «Волшебный билет». По жанру игра представляет себя стелс с элементами экшена. Вы играете за Тами, начинающего волшебника, который мечтает поступить на обучение в Великую Академию Магов. И чтобы добиться поставленную цель, ему придется добыть кристалл, древний магический кристалл. Но, к сожалению, находится в старом замке, наводненными различными ловушками, всякими скелетами, которые будут вам мешать. И вам придется пройти все испытания и получить заветный билет в Академию магов. Вы управляете Тами с помощью джойстика. Вы можете подкраться незаметно к различным вот этим скелетам, врагам и атаковать их с помощью специального заклинания. Также наша Тами может прыгать. В более поздних уровнях он сможет взаимодействовать с различными рычагами, которые будут отключать различные ловушки. У нас имеется жизни, которые постепенно тратятся, и нам придется по всему уровню собирать зеленые кристаллы. Только после этого мы сможем открыть дверь. Прикольная, интересная игра, тем более бесплатно. Ссылочка под видео, а мы идем дальше. А следующая игра у нас называется NBA 2K17 или 2K17. Стоимость ее составляет 499 рублей и займет на вашем устройстве 1,7 гигабайт. В начале игры вы можете создать своего собственного спортсмена, поменять ему глаза, уши, форму лица, цвет кожи, даже нарисовать татуировку. То есть выбор того спортсмена, которого вы хотите видеть в самой игре. Вы сможете выбрать из различных режимов. Это моя карьера, Q-Game и другие режимы, которые здесь присутствуют. В игре присутствует огромное количество команд и турниров, которые вам предстоит пройти. Если честно, меня поразила, не очень современная графика. Вы можете сами в этом убедитесь. Какое-то все, я бы сказал, квадрат. Я, честно, ожидал гораздо больше. Хотя, думаю, фанатов данная игра заинтересует, они с удовольствием в нее сыграют. А мы идем дальше. Ну а последняя игра на сегодня называется Amazing Taxi Sim 1976. Вы будете управлять различными такси 1976 года. Вначале вам предстоит выбрать из нескольких автомобилей и приобрести, если они вам понравятся. После этого вы выберете из двух режимов. Это режим карьера и фрирайд. Ну, как поняли, фрирайд — вы просто выбираете машину и гоняете, и наслаждаетесь самой игрой. В карьере вам предстоит искать пассажиров, сажать их и довозить до нужного места. После этого вам дают определенное количество денег. Графически игра сделана добротно. Я лично удивился, что такую графику сделали в данной игре. Ну вот и три игры, которые я для вас сегодня подготовил. Надеюсь, хоть одна из них вам понравилась. А если понравилось, не забудь поставить лайк. А с вами был Андроид Андроидыч. Всем до скорых встреч!